Сегодня вы увидите фильм о Венецианове и Федотове, мастерах русского бытового жанра первой половины XIX века. До Венецианова бытовой живописи в России практически не было. Она считалась низменным жанром, недостойным художника с благородным вкусом. В картинах Венецианова русское искусство впервые открыло для себя жизнь простых людей. И он был первым русским художником, который так поэтично изобразил крестьян и их быт. Ученики Венецианова достойно продолжили традиции учителя, и всех их, пожалуй, объединяет стремление увидеть красоту и поэзию повседневности. А художники они были разные, каждый со своей манерой, своим пластическим языком, своей судьбой, подчас очень тяжелой, как, например, у Григория Сороки. Вот его превосходный автопортрет, который не так давно принесен в дар музею правнуками художника. В полотнах младшего современника Венецианова Павла Андреевича Федотова возникает другая тема, трагическая тема маленького человека. Под его поистине гениальной кистью она приобретает гоголевскую значительность характеров и типов. В конце мая 1827 года в Петербург из ссылки вернулся Пушкин. На Невском была еще открыта выставка «Общество поощрения художников». Там Пушкин впервые мог увидеть работы Алексея Гавриловича Венецианова. Песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи. Эти лица, это небо, эти вещи, все это русское, все невымышленное, все взято с самой природы. Небольшие картины пленяют сердце русского патриота. В 1811 году, когда был написан этот автопортрет, Венецианов получил звание академика. Вскоре он уехал в небольшое имение Сафонково, близ Твери, примерно на полпути между Петербургом и Москвой. Там художник прожил почти всю свою жизнь. Пастель «Очищение свеклы» – одна из первых работ, как тогда говорили, из домашней сельской жизни.
ничего не изображать иначе, чем в натуре является, и повиноваться ей одной. Избрав такую дорогу, принялся я писать гумно. Чтобы осветить помещение, Венецианов велел выпилить одну из бревенчатых стен гумна. Решительный и несколько наивный прием. Впервые в русской живописи художник воспроизводит сцену крестьянского труда, увидев красоту и поэзию в простом и обыденном. Со страхом и теснением духа вез свою картину Венецианов в Петербург. Картина понравилась публике и была одной из первых приобретена в только что созданную русскую галерею Эрмитажа. Для картины «Утро помещицы» Венецианов называл ее «хозяйка, раздающая бабам лен». Художнику позировала жена Марфа Афанасьевна. С той же серьезностью и уважением написаны крепостные крестьянки. Эти гордые лбы венчанских мадон я встречал не однажды у русских крестьянок, у рязанских молодок, согбенных трудом, на таку молотящих снопы с позаранок. Я теперь понимаю, что вся красота только луч того солнца, чье имя Россия. Кто лучше Венецианова не изображает крестьян, признавали его современники. Художник передал их типически, не утрируя и не идеализируя, потому что вполне чувствовал и понимал богатство русской натуры. Венецианов стал основоположником художественной школы. Учеников у него было в разное время более 70 человек. Это были юноши из бедных семей, а нередко крепостные. Ученики жили в доме мастера, он кормил их и одевал, а кого и грамоте учил. Благодаря Венецианову не только стал художником, но и получил свободу от крепостной зависимости Александр Алексеев, изобразивший эту мастерскую Венецианова на Васильевском острове в Петербурге. Готовится к работе Никифор Крылов, самый первый ученик Алексея Гавриловича, художник, с которого началась история венециановской школы. «Русская зима» едва ли не единственное сохранившееся произведение Никифора Крылова. Художник рано умер во время эпидемии холеры. Эта картина – первый русский зимний пейзаж. Зрители восхищались
обаятельно схваченным зимним освещением, туманностью дали и всеми отличиями хорошо сохраняемой в памяти стужи. Другой ученик Венцианова, Алексей Тыранов, пишет ту же реку Тосно Петербургской губернии, что и Никифор Крылов, только не зимой, а летом. Крутой обрывистый берег красной глины и лесистые берега извилистой речки подсказали художнику смелую цветовую гамму. Контрастное сочетание красноватого, голубого и зеленого. Алексей Тыранов видит и изображает себя в зеркале в картине «Мастерская художников братьев Чернецовых». Жанр семейного портрета в интерьере очень распространен в то время. Художник Славянский изобразил себя, свою жену, мать жены и детей. Картине придает прелесть наивная тщательность каждой детали и мажорная цветовая гамма. Для Венцианова и его учеников предметом искусства становятся самые разные образы и темы. Тщательно изображает художник Зарянко комнаты императрицы Марии Федоровны в Зимнем дворце, отделанные по проекту архитектора Монферрана. А Гурий Крылов представил не парадные дворцовые залы, кухню в небогатом доме. Александр Денисов написал «Матросов в сапожной мастерской». С поэтическим настроением изображен самый обыденный момент повседневной жизни, неторопливо текущий серенький петербургский день. «Подруги». Картина Евграфа Крендовского, еще недостаточно оцененного, тонкого и лиричного художника.
доверительная беседа в домашней обстановке, дружеское общение двух связанных общим настроением людей становится позже одной из любимых тем в живописи. Голландцы называли натюрморты «Штиллебен» – «тихая жизнь». Любуясь тихой жизнью и красотой предметов, зритель входит в мир этого дома и его обитателей. Отражение в зеркале – работа художника школы Венецианова, быть может, Григория Сороки. Григорий Сорока был крепостным Милюковых, соседей Венецианова. Всю жизнь он провел в глуши и покончил с собой, не получив признания. Это автопортрет художника 40-х годов, когда были созданы лучшие его полотна. Самое раннее из них – «Гумно», которое Сорока пишет, подражая учителю. Художник сурово, до жестокости правдив. Одетые буднично и грубо, девушки малорослые, приземисты, лица их бледные, одутловатые. Красота, разлитая в природе, как будто обошла этих людей. Бытовой интерьер кабинета помещика Милюкова в Островках Сорока преобразил в неповторимый мир поэзии. Тихая фигура погруженного в чтение мальчика Конана Милюкова усиливает чувство покоя и ясности. Это единственная датированная картина Сороки. Число 1844 – отложено на лежащих на столе счетах. Подобные ребусы нередко встречались в живописи того времени. Гармоничны и полны красоты пейзажи Сороки. Почти каждый построен на игре отражений. Неподвижные предметы повторяются в чуть дрогнувшем зеркале воды. И, быть может, это придает пейзажам Сороки ощущение грусти и хрупкости. Thank you.
Зимний день, 20-я линия Васильевского острова. Единственный пейзаж выдающегося бытописателя Павла Андреевича Федотова. «Меня судьба, отец да мать назначили маршировать», – писал о себе Федотов. Он стал художником почти в 30 лет. До этого служил офицером в финляндском полку. Выйдя в отставку, Федотов наверстывает упущенное. Он делает портреты главным образом тех людей, которых хорошо знает. Он пытается уловить душу человека, жизнь и характер изображаемого лица. Портрет институтки Надежды Жданович полон света и ясной голубизны. Это не только изображение сестры однополчанина, это образ прекрасной юности. «Моего труда в мастерской, — говорил Федотов, — лишь десятая доля. Главная же работа на улице и в чужих домах». «Я учусь жизнью. Я тружусь, глядя в оба глаза». «Честные господа, пожалуйте сюда. Милости просим, денег не спросим. Начинается, починается о том, как на свете люди живут, как иные за чужой счет жуют. Сами работать ленятся, так на богатых женятся». Это свое стихотворение, предисловие к картине «Сватовство майора» Федотов называл «Рацеей». Критическая позиция художника соединяется с поэтичностью. В своих полотнах он ищет живописного совершенства. В картине «Офицер-денщик» соединяется, казалось бы, несовместимое. Улыбки на лицах, уют комнаты и чувство напряжения, тревоги. Во «Вдовушке» драматическая тема выражена глубоко человечно и немногословно. «Как хорошо и как просто!» – воскликнул один из друзей художника, увидев его картину. Девушка совсем одинока в этом мире зла. В тяжелую пору опалы и цензурных преследований в последние 2 года жизни художник обращается к теме игроков, теме проигрыша в жизненной борьбе.
Федотов умер 37 лет от роду. Как художник он работал всего 8 лет. В одном из стихотворений он писал о себе. Запаса божеских даров не растерял там средь перов или мелочной визитной гонки. Итоги этих дней не звонки. Я ж время, как алмаз, берег. И звонче вышел мой итог. Хоть потихоньку, год от году, мое уж имя по народу разносится с хвалой.